что, надо тебе, да? Я часто забываю читать, извините, простите. Я не знаю, что делать. Нет, да, ну все хорошо. Как у вас дела? Подписывайтесь на мой инстаграм. Инстаграм, Вик Телега. Ребят, ну что, зачем телега нужна? Катя рекламировать? Я покрутим с вами казино. Спасибо за что? Я увидела, не увидела, что-то велик было. Что было, где подарок? Короче, чел, я извини, я не увидела, что за подарок, но спасибо за подарок. Спасибо. Может быть, это было бы лайк, но я не верю. Что делать? Притом, мне выписали таблетки по рецепту. Прикиньте, вы пиваете таблетку, через 30 минут, если вы встанете, вы просто вы не сможете ходить, вы упадете. В общем, эта таблетка убивает просто насмерть. Таблетки по рецепту. 60 таблеток мне выписали. Короче, я выпила вчера две, одну в 7 вечера, вторую в 12. И после 12 мне такие кошмары снились. Не должны же снились. Не пей таблетки. А я спать не могу. Хотя приеду в Москву, я остановлюсь все. Здесь что-то меня как-то триггерит. Не знаю. Не знаю. Но кошмары, кстати, начали нас писаться. Максимально безопасные таблетки. У меня были мелатонин, они меня не берут. Кстати, мне синяк не проходит. Он становится с каждым днем больше. Там типа как шарик такой, знаете. Я вот так вот когда делаю, мне очень больно. И я встала сегодня, он стал больше. Он был маленький, он стал больше. И он стал желтым. Это сейчас у меня еще тональник. Но он вот так вот на полбороды кончил. У меня бабушка такая спрашивает. Спасибо, что он даже синяком красиво. Короче, мне бабушка так спрашивает, что у тебя... Анка, у тебя синяк? Он начинает надавливать на это место. Такая, а ты что, синяк? Говорю, бабушка, больно, типа, что делаешь? И я такая... Ну, а я когда вру, я, ну, типа, я не знаю, я не умею брать. Я начинаю улыбаться тогда. Я говорю, ударилась. Она такая, где так можно вот так вот боком удариться? Ладно, вот здесь, вот снизу, вот боком, где ты вот так вот ударишься? Я говорю, вот ты же помнишь? Ну, она не помнит, говорю, у меня барная стойка в Москве. Я говорю, я ударилась. Она такая, угу. А ты снял. Пощечину дали. Ладошки. И знаете, чем попали? Вот эта часть, наверное.
потому что, ну, типа, когда все бьют по лицу, есть же обычно, ну, пальцами попадают. Мне попали, наверное, вот этой стороной, да. Может, у меня там, это, ну, гематома осталась, но... Обидела человека, а он обиделся. Самое обидное, что у меня даже... Да меня не били, господи. Меня не били, мне просто пощечину дали. Да, в бане. Да, слушайте, я не выглядела, типа, просто была немножко ярче. Меня никто не видел, типа. Интересный опыт, конечно. Самый прикол, что он с каждым днем становится больше, и тут прям такой шарик. Поняли? Может, мне челюсть, ну, типа, трещина там челюсти. Я приеду в Москву, я запишусь. Короче, я хотела здесь записаться. Я, короче, хотела записаться здесь, но когда я приехала, то есть вот мне в Москве поставили этот синяк. Короче, я записалась тут к двум врачам, и меня записали только на воскресенье. Ну, типа, я, может быть, уже здесь еду, а я, может, сегодня уже уеду, и, короче, мне кажется, надо сделать снимок. Думаю, что меня ошибись, как меня жестко материл. Ну, не знаю, меня не материли. Мне вообще ничего не говорили. Просто молчали. Неадекватный клиент с нервом. Неадекватный клиент, это, конечно, жестко. Я упала, когда в том же месте кузов не остался. Да ты гонишь, у меня что, останется тут вот эта херня, шарик? Уже 2 недели почти, наверное, прошло. Или 3. Нет, 2.